Приветствую всех на моем канале «Юридические новости». Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. Всем заранее благодарна. Вопрос. Положены ли маме перерывы для кормления ребенка? Работающая мама ребенка в возрасте до 1,5 лет может использовать перерыв для его кормления, если она работает не меньше 3 часов в день. Это не то же самое, что обеденный перерыв. Перерывы на кормление включаются в рабочее время и оплачиваются. Предоставлять такие перерывы – обязанность работодателя. Продолжительность составляет: один ребенок до 1,5 лет не менее 30 минут на каждые 3 часа работы. Два и более – минимум 1 час на каждые 3 часа работы. Если рабочий день мамы длится 8 часов, перерыв для кормления ребенка составит 1 час при 6-часовом рабочем дне 30 минут. Перерыв можно присоединить к обеду или перенести на начало или конец дня. Например, мама сможет отлучаться в обед на 2 часа или вечером уходить с работы на час раньше.